Доброе утро! 2 января. Минус 15 на улице, по-моему, или минус 12. Дубарь. Капец. И сегодня первый рабочий день. Сейчас придется приезжать на работу и вспоминать все пароли. О! О! Хрустит. Я тут пообщался со знакомыми, где кто праздновал Новый год. И скажу вам, что в принципе, если у вас не болеет ребенок, и вы не празднуете его дома в семейном кругу, то разнообразие на самом деле есть. И довольно-таки неплохое. Ну, здравствуй. Это что ты? Так можно? Так можно? Фури задом сдавать. Что случилось вообще? Так вот, про варианты празднования Нового года. Ну, помимо того, что дома, пойти в гости и так далее. Одни из моих знакомых ездили в горы. Как часто у нас, допустим, в Карпаты выезжают, снимают там домики, снег, шашлычки. Вот. В принципе, оказывается, здесь, ну, от нас это где-то в полутора часах езды. Уже штат Пенсильвания. И там Пенсильванские горы. Вот. Вот ребята ездили тоже, снимали домик на 3 семьи там. Судя по всему, это тоже частный дом. Они, по-моему, через Airbnb находили его. На 2 ночи. 30-го они, по-моему, приезжали. И 1-го вечером приехали. То есть 2 ночи с 30 на 31 и с 31 на 1. Вот. Там горы, лес, снег, озеро рядом красивое. И вот такая комнатка на семью, получается, им обошлась в 300 с чем-то долларов за 2 суток за этим. Ну, понятно, что питание с собой, все, это частник сдает свой дом. Вот. Такие вот варианты. Еще как бы другие знакомые не в этом году, но в прошлых годах ездили в Канаду отмечать Новый год. Но, допустим, для нас, для граждан Украины, надо уточнить, что там с визами, потому что постоянно ходят слухи какие-то, что вроде как туристические визы для украинцев отменили канадцы. Ну, в крайнем случае можно съездить в посольство Канады, я думаю, это где-то в Нью-Йорк, получить визу туристическую и ехать туда то ли на Новый год праздновать, то ли просто попутешествовать. Вот. Еще как вариант, всегда можно поехать на Новый год в теплые края, как уточки. Если у нас это обычно принято, всякие Турции, Египты, Шри-Ланки. Я имею в виду самые популярные направления. То здесь это, конечно же, Флорида. Или Флорида, до сих пор не знаю. Майами какой-нибудь. Ну и, наверное, самое популярное — это Мексика. Начиная от Канкуна и заканчивая еще чем-то. Не говоря уже о чуть более далеких перелетах на Карибы, Бермуды, Багамы и прочее. Вот. Так что в целом
перспективы празднования Нового года есть. Все зависит от ситуации. Ну и от денег. Это, наверное, все, что хотел рассказать в этом видео.